Ну что ж, пришла пора рассказать правду о том, как ведет себя печь, построенная женскими руками. Дрова принесла, к тест-драйву готова. Кстати, дрова носим в таком простом, но очень удобном приспособлении. Берите на вооружение. Печь в эксплуатации уже 3 месяца, поэтому уже можно сделать некоторые выводы и рассказать о слабых местах. На данный момент печь не топлена 2 дня, она остыла до комнатной температуры. Возле печи около 20 градусов, а окна было 16, до того, как открыла окно на проветривание. Кухня – самое холодное место в доме. Открываю сначала прямой ход и сразу уточняю. Из-за того, что мне нужно было вывести трубу в конкретное место, мой прямой ход делает поворот. Так что, по сути, как такового прямого хода у меня нет. Ну, это в некоторой степени минус. Но зато я увеличила объем теплового щитка, если сравнивать с оригинальным проектом. Это плюс. Открываю задвижку основного хода. Теперь заглядываем в топку. Специально не выгребала золу недели 2. Кто-то там говорил, что золы почти не будет, так как все выгорает в подовой печи. Но это не так. Однако я не расстраиваюсь, так как моим растениям в огороде зола очень нравится. Что у нас в топке? Внизу можно увидеть армаленту. Несмотря на то, что она регулярно подвергается воздействию огня, она еще цела. На дне топки мы сделали углубление в 1-1,5 сантиметра, чтобы там собиралась зола. Можно было этого не делать. В принципе, был бы и ровный под. И при формировании хода для подачи воздуха в топку из-под пола мы также сделали ступеньку, чтобы зола не попадала в ход. Вот так выглядит топка. Швы между кирпичом у меня достаточно широкие, сразу видно, что не специалист сделал, но зато я оставила себе возможность легко ее чинить, если что. Справа выход в канал печи. Кстати, делюсь идеей, как уменьшить температуру нагревания дверцы прочистки. На практике они очень быстро нагревались до горячего, даже можно было обжечься, впрочем, как и дверца. Вот на стекле след от прихватки, которой я только коснулась стекла при открывании дверцы. Взяться за ручку дверцы голой рукой во время протопки печи невозможно. Поэтому это стало актуальным, потому что прочистки находятся в местах, где достаточно легко соприкоснуться с ними. Можете взять на вооружение и этот момент. Вырезала квадрат из базальтового картона и поставила в качестве заслонки перед дверцей. Отлично отсекает пламя. Итак, загружаем дрова. У меня влезло 8 полешек, 2 из которых березовые. Добавляю немного коры, мелких деревяшек и бумаги. Ну и любимую игрушку, газовую горелку. Спичками уже лень. Неизбежно залипаем перед видом горящего пламени. Даю дровам разгореться при открытой дверце. Можно видеть, как пламя уходит вправо. Если дверцу прикрыть, то звук прям как от ракеты. Первое время, 1-1,5 недели, вот в начале растопки всегда немного дымило из-под колец, что бы я ни делала. Я уже испугалась, что что-то не так сделала. Но потом, по мере просушки печи, такая проблема исчезла. Сейчас я всегда даю дровам разгореться при открытой дверце, а потом открываю подачу воздуха из-под пола и закрываю дверцу топки и прямой ход, если я его открывала. Пламя становится тише, а дыма нет. В начале растопки печи всегда слышно, как на заслонку основного хода капает вода. Чем холоднее на улице, тем чаще капает. Ну, это длится буквально несколько первых минут. Но на самой печи нет подтеков, потому что заслонка устанавливалась с наклоном внутрь хода. Теперь о подаче воздуха в дом с улицы. Для наглядности повесила полоски туалетной бумаги. Видно, что при холодной печи совсем медленно поступает воздух в комнату. Мы ожидали большего потока. Позже покажу, как изменится скорость потока у прогретой печи. Температура выходящего воздуха сейчас 19,3 градуса. 13.07, печь растоплена. Давайте отметим температуру самой печи на ключевых точках. Вспомнила, что у меня есть термометр. Видно, что она со всех сторон одинаковой температуры. А возле дверцы уже начала пригреваться. И сама дверца уже горячая. Стеклянная дверца быстро отдает тепло в комнату, как и варочная панель. Так что благодаря этому в комнате повысится температура еще до того, как нагреется воздух в воздушном канале и прогреется весь кирпич.
В этом смысле очень выгодная конструкция печи. Конструкцию топки мы меняли, мы увеличивали ее высоту, поэтому переживала, что огонь не достанет до плиты. Но зря. Огонь аккуратно обволакивает плиту, и она довольно быстро и равномерно нагревается. Прошло 18 минут с момента растопки печи, плита очень горячая. Картошечка уже в процессе. Прошло 40 минут, и мы видим, что дров заметно уменьшилось. Если топлю в режиме поддержания температуры, то этого достаточно. Можно уже прикрыть заслонки наполовину и дать медленно догорать. Если же нужно хорошо протопить, то тогда можно подбросить еще дров. И я сегодня буду готовить, поэтому положу еще 3 небольших полена, одно из которых березовое. Уже сейчас видно, как температура в канале поднимается прямо на глазах. И видно, как увеличивается поток воздуха. Пользуясь моментом, готовлю сразу несколько блюд. Ниша, где спрятана задвижка прямого хода, отличное место, чтобы томить кашу. Специально ставила задвижку с коротким хвостиком, чтобы туда помещалась кастрюля или горшочек. Все пластиковые ручки обклеены алюминиевым скотчем, чтобы не плавились. Показываю для тех, кто говорил, что на такой маленькой плите мало что можно приготовить. Было бы желание. Прошло 4 часа. Здесь остались уголечки. Я периодически шевелю остатки, чтобы равномерно догорало. Теперь оставляю приток воздуха в топку на минимум, пусть томится. Воздух из канала идет уже почти 60 градусов, а температура самой печи еще будет увеличиваться. По факту, самая горячая стенка со стороны каналов. Мне нравится, что она равномерно прогревается. С этой стороны у нас уличная одежда и обувь. Всегда сухо и тепло. Самая холодная стенка со стороны санузла с душевой кабиной. И это как раз то, о чем я переживала, думая, что после установки перегородок может получиться, что все тепло будет скапливаться там. Вот если бы футировка топки была сделана кирпичом на ребро, думаю, стена прогревалась бы больше. И так прошло 6 часов 10 минут. Все догорело на таком тихом ходу, задвижки закрыты. Видно, что поток воздуха ощутимо усилился. А дальше кадры замеров температуры, когда печку топит мой муж. Вот у него всегда получается горячее. Наверное, потому что я все еще переживаю, чтобы ничего не отвалилось, не лопнуло, не сломалось. Воздух из канала после его протопки тоже почти 62 градуса. Фактически одинаково. А вот температура кирпича по всей печи выше. Даже верх печи у него прогрелся до 44 градусов. Сапогам, как видите, там очень комфортно. В принципе, вот если посмотреть на печь, заслонку можно было сделать и выше. Труба над ней такая же теплая, но я там уже без табуретки не доставала бы. Неудобно. Поэтому сделали на такой высоте. Обратите внимание, что температура чугунной заслонки ниже, чем температура кирпича в печи. То есть вот эта защита от базальтового картона реально работает. Вообще, вот из наблюдения могу сказать, что чтобы печь прогрелась быстро, нужно дать жару, а не томить угли. Достаточно тогда 2,5-3 часа топки и печь горячая. Особенно если уменьшить количество сосновых и увеличить количество березовых или осиновых дров. Вот после одной такой протопки моего мужа воздух в канале разогрелся до 92 градусов. Это был, конечно, рекорд. После такого прогрева в некоторых местах появились трещинки. Но они исчезли после остывания печи. Ну что сказать, печь радует глаз, греет, на ней удобно готовить. Теперь она стала центром кухни, притягивающим все мокрые предметы для просушки. Ну и теперь у нас появился еще один способ расслабиться – сидеть и смотреть на огонь. Так что считаю, что затея удалась. Слава Богу! А вам всем спасибо за поддержку!